Привет, дорогие подписчики, зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии мы, как обычно это у меня бывает, прошли мимо очевидного входа в пещеру, но в итоге я таки его нашел, и сейчас мы таки посмотрим, таки, что в этой пещере Хеймара. Надеюсь, Барбас здесь, потому что очень печально, что я его потерял из какого-то вора-вымогателя. Но да, думаю, он здесь. Я уже, честно говоря, не совсем помню, в чем заключается этот квест. Мне повстречался говорящий пес Барбас, который рассорился с хозяином и теперь просит моей помощи. Он ожидает меня у пещеры Хеймара. Ну, я не видел, чтобы он меня ожидал. Но, возможно, где-то здесь. Тут кто-нибудь есть? Нет, никого, никого. Никого нету. Наверное. Где она вообще? Что-то упор не вижу. Вампир? Опять вампиры. Ненавижу вампиров. Последний раз, когда я встречался с вампирами, это все плохо кончилось. Я с превеликим трудом их мастера запилил. Так, бочка, в бочке картошка. Яблочко. Одно возьмем. Я люблю яблоки. Длинный лук. Золото. Стальной свиток. Но слиток стали мне не очень нужен, честно говоря. Ладно. Куда это у нас ведет? Железные стрелы. Железные мне, к сожалению, не нужны. Две мерзкие стрелы. О, это мощнее даже орочьих. У тех 13 было, у этих 14 урон. Это мы обязательно возьмем. И хороший молот. Так, перегружен. Давайте посмотрим, что у нас ненужного есть. Стрел этот, смотри. А нет, не стрел есть. Этот я, пожалуй, выкину. По одежде. Вот это дохрена весит, но оно и дохрена стоит. Блин, а? Тест мало весит. Что у нас до хрена весит. Но вот это вот самое дорогое. Блин, придется все-таки... Ну ладно, пока что у нас 317 из 325. Я думаю, пусть так и остается. Кстати говоря, надо стрел две мерзкие экипировать. Потому что они хороши. Сохранимся. И тут, судя по всему, ловушка. Нажимная панель. Да-да. Еще одна, похоже. Или нет? Нет, просто камень. Как видите, лук горения заряженный, это довольно-таки хорошая вещь. Но когда заряженный, когда разряженный, это просто лук как лук. Золото. Вот это неплохо еще стоит. Ладно. Подожди. Показалось, что ловушка.
Что вампиров до хрена развелось. Куда не пойдешь, кругом вампиры. Так. Вижу одного человека. Человека ли, скорее всего, вампира. Там наверху, возможно, второго. Да, там наверху второго. Так, и теперь, блин, давай быстрее. Так. Надо просто поставить эту магию в избранное и не париться. Так, оживление зомби. Давай, взять бобик. Иди убей кого-нибудь. Да-да-да, тут есть дружок твой. Или подружка. Так, мы пока возьмем имперский лук горения. Подожди, ты моя, да? Кровавый вампир. Понятно, сейчас посмотрим, что ты за фрукт. Значит, не показал. Еще? Вроде все. Так, кровавый вампир, это похоже ваш бугор был местный, вернее бугриха. Прах вампира, зелье лечения, эльфийская броня у меня есть, но у меня легкая эльфийская, она мне больше подходит. Стоит, опять же, очень хорошо. Сапоги лучше моих, но опять же, блин, тоже легкая, по идее. Блин, столько всего. Что-то у меня по оружию-то. 256. По одежде 400. Нет, все нужно. Так, легкие сапоги, доспехи 8, доспехи 10. Ну ладно. Так, моя стрела двемерская, не самая дешевая вещь. Надо экономить. Меховая броня. Прям как в Блэйде. Сгорают. Пепел только остается. Тут они харчили, похоже, кого-то. Нелюдь. И даже крыс кушали. Это хорошо. Жареные крысы. Вкусно. Что у нас в этой... горстки пепла, золото, одежды, сапоги. Химическая лаборатория. Останки чьи-то. Гранатов дофигища. Смотри, да? Гномский меч. Офигеть. У них сталь какая-то необычного цвета. И выглядит, конечно, все это круто. Но вес, блин. Блин, какие вещи. Что с вами делать? Я не буду больше бегать. Я буду ходить, но не оставлю такие вещи. Так, ладно. Знаете, что я думаю?
Я, наверное, сейчас остановлю запись, быстро схожу, продам все это и продолжим точно с этого самого же момента. Но сначала мне нужно, просто меня жадность, жабы задушат. Не позволю таким вещам остаться тут. В общем, пока что все. Увидимся через пару минут. Ну, для вас это будет мгновение. Уф, и продолжаем. Я сходил в White Run, ну, быстрое путешествие, продал все, что можно. Теперь мы богаты, у нас 3000 и довольно-таки пусто в инвентаре, так что можно продолжать со спокойной совестью. Так, я тут, по-моему, что-то еще оставлял. Нет, я все отсюда забрал подчистую. Так что двигаемся дальше. Сразу надо сохраниться, потому что я по-новому все это проделываю, честно говоря, не хочу. Так. Вампиры у нас тут. Вампиры. Ненавижу вампиров. Кстати говоря, говорят, что от вампиризма очень трудно вылечиться, особенно в последней его стадии. Так что надо с этим быть осторожным, убивать их с расстояния при возможности. Очень уж неприятные твари. Тихо. Куда пошел? Куда пошел? Ладно. Ой, палюсь, палюсь. Упс. Да шо ж я косой-то такой? Да, с моей меткостью. Ой, косой. Трел вампиров. Ты смотри, да? Еще есть? Где-то слышу. Бежит, 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 бежит. Так, надо доставать клинок Болара. Давай, давай, зомби, выручай. А это просто бандит? Снова свобода. Странно. Это что было? Убить. Убить их. Спасибо. Эти не бандиты, похоже, а зомби какие-то. Но мой зомби, их зомби, запилил. Ну давай, руби уже. Подожди. Какого хрена? Когда я оживлял, это у меня не вышло, а когда я ее не оживлял, она встала и рассыпалась. Короче говоря, наш победили. Довольно любопытно играть, когда вот так вот все непредсказуемо. Так, это шняга какая-то. Вот это неплохо стоит. Надо взять. Ух ты. Так, от всех наших слуг и не наших слуг остались только горы пепла. Но в такие моменты натурально начинаешь ощущать себя каким-то Блейдом. Ничка. Что у нас есть здесь? Так, что-нибудь по теме есть? Испорченное. Понятно, ничего ценного. Так, гранат, золото.
эти штуки неплохо стоят и мало весят, надо их собирать. Ух ты, блин, а? В этой игре все женщины отлично сложены. Даже старухи, я смотрю. Так, у нас была дорога туда. Сначала мы сходим, пожалуй, сюда. Так. Посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас выход. И нам сюда и надо. Значит, сначала сходим туда. Потому что там еще наверняка осталось что-то. Возможно, мы найдем там что-то, чем можно поживиться. Скажем, какое-то вот это вот редкое оружие, которое я находил в предыдущей комнате. Поэтому такие места нужно осматривать. Хотя нет, тут, похоже, просто комнатушка. С гробиками. Идеальное зелье магии. Обалдеть. Для лечения вино нам не нужно. В гробах никого нет. Так, сундук сложный на адепта. Давайте-ка сохранимся. Вдруг у меня все отмычки на него уйдут. Тогда проще будет загрузиться. Вот видите, да? У меня, конечно, 43 отмычки. Офигенно. Свиток огненный шторм. С центром в точке нахождения заклинателя, понятно. Довольно-таки посредственный топорик. В центре нахождения заклинателя, это похоже, как та система в Deus Ex. Так, мои стрелы. Как она там называлась-то? Я уж не помню. Когда взрывчатку раскидывал шарики. Вокруг Адама. Короче говоря, надо спускаться. Посмотрим, что у нас здесь. Пещера Хеймана. Хеймара. Даже. Откуда тут столько снега? Учитывая, что это пещера. Хотя, может, сквозняком надувает, но, блин, не в таких же объемах. Хотя, не знаю, я не спец. Могу ошибаться. Так, так, я не сразу узнал. Но это, блин, я ненавижу пауков. Ненавижу. Какая пакость. Яд. В ядах я не силен. Какая пакость. О, я туда лезу руками. Нет. Не надо. Что-то там, по-моему, кто-то ходит. Да, здесь явно кто-то живет. Хозяева. Хозяева. В этих клетках, наверное, они держат свою пищу. Сундук. Забрызганный кровью. Микстуры силы. И обычный камень душ. Но пустой. Я, честно говоря, так и не понял, каким образом их заполнять.
но у меня есть несколько заполненных. Похоже, убиваешь кого-то и таким образом пентаграмма душ. Я не уверен, что это хорошая идея. А, зачарование. Вы должны знать нужное зачарование, иметь наполненный камень душ, чтобы дать чарам силам. Но я в этом вообще не силен. Так, ладно. Предмет. Эльфийская легкая броня. Зачарование. Не знаю ни одного. Камень душ у меня есть. Понятно. Печально. Возможно, в будущем я это освою. Сейчас пока меня интересует больше прокачка скрытности, потому что она мне очень помогает. Так, ладно. Хватит отвлекаться на всякую ерунду. Куда я вообще иду? Я, интересно, туда иду, куда мне нужно, нет? Ну, судя по всему, да. Сейчас я пройду вот так, и где-то в этой пещере я и найду, похоже, этого песика. Тихо. Чуть не встретились лицом к лицу. Так, сохранимся. Сейчас я дотянусь. Вот так. Круто. Прямой в сердце. Так, золото, железная броня. Моя стрела. Выдернул я из твоего тухлого тела свою стрелу. Вампирчик. Кури бамбук, как говорится. Это что за большое открытое пространство? Таких любят водиться пауки. Собака. Барбас, что ли? Так, надо мной никого. Ух ты. Это ты их погрыз, Барбс? Ну ты молодец. Обалдеть, вампир-ученик. Необычный вкус. Прах вампира, одеяние. Помародерим маленько. Мастер-вампир. Ну ты зверь, Барбас. Блин, весь срам наружу. Так, отмычка. Серебряная. Давайте возьмем. Весит мало. Там у нас, похоже, выход откроется. Так, ну что, еще раз сохранимся. И давайте смотреть. Что от меня требуется? Лорд Вайл, у меня просьба. Ну-ка, ну-ка, мне интересно. Я тебе обязан, по крайней мере, за то, что последние желания моих последних почитателей исполнилось. Ты о чем? Они так страдали от вампиризма, так просили меня исцелить их. И тут приходишь ты и прекращаешь их страдания. Я бы сам лучше не придумал. Ну так чего душе твоей угодно? Какой договор мы заключим? Слова не было о договоре. Я хочу воссоединить вас с Барбасом. Ну, конечно, я хочу обладать силой, способной сокрушить моих врагов. Сначала Барбас. Фу, это несносная псина! Нет, нет! Отказать! Отказать! Я так хорошо
что от него избавился. Даже если это значит, что я застрял в этом жалком храме у кого-то там на куличках. Что ж, может быть, он и сумеет снова заслужить свое место при мне. Может быть, ничего не обещал. Что предлагаешь? Есть один топор. Очень мощный топор. Такой мощный, что я смогу хорошенько повеселиться. Если принесешь его мне, я исполню твое желание. Никаких подвохов, никаких сюрпризов. По крайней мере, для тебя. Помнится, он лежит в морозной пещере. Барба с тебя отведет. Кто знает, он может даже заслужить право вернуться ко мне. Слушайте, интересно. Конечно, я не очень доверяю, кто бы это ни был. Так, где у нас находится морозная пещера? Интересно. Ох ты, бляха, муха. Подожди, а я же был в этой пещере, да? Нет, я был в пещере заблудшее эхо. А, ну что ж, мы опять идем в эти края. Давайте до пещеры заблудшее эхо. Только сначала надо выбраться. Пропутешествуем. Уж по-быстрому, потому что слишком уж далекий путь. Так, мне отсюда выйти. Сзади у тебя сундук, я его, честно говоря, что-то не видел даже. Двемерский лук горения. Этот лук лучше моего. Гранат, золото. Ох, сколько стоит. Но они двуручным оружием на 25 больше урона. Мне они бесполезны. Это мне тоже бесполезно, но стоит тоже очень хорошо. Ладно. Да что тебе надо? Что за история связана с топором скорби? Одна из шуточек Лавикуса. У мага по имени Себастьян Лорд была дочь, поклонявшаяся Кирси. Когда она превратилась в вервольфа, Себастьян обезумел. Он не мог видеть, как его маленькая девочка становится диким зверем. Маг хотел найти способ освободить дочь от проклятия. Лавикус дал ему топор. Понятно. Так, ну как мне открыть эту дверь? Уйди, собака, уйди, не мешайся. Блин, я застрял, она меня не пускает. Уйди, скотина, тебя зарежу сейчас, уйди. Ты посмотри. Собака, уйди, блин, я не могу выйти натурально. Все, наконец-то. Фу. Какая пакость. Но с точки зрения графики, надо сказать, выглядит вообще просто обалденно. Просто офигенно. Офигительная игра. Не знаю, кто бы что ни говорил, на мой взгляд, это игра года. Я, конечно, предпочитаю не выделять. И вообще в этом году мне равнозначно понравились и Portal, и Dead Space 2, и Crysis 2, и Deus Ex, и Ведьмак. Очень много игр понравилось. И Бэтмен, я думаю, тоже меня не разочарует. О, блин, ну Скайрим это вообще, по-моему, просто нагло выше всего, что... Где моя собака? Лошадь где моя, не собака. Так, короче говоря... Я думаю, мне нужно продать всю шнягу, которая у меня скопилась. А в следующей серии мы начнем от заблудшего эха.
Я быстренько туда перемещусь за кадром. Хотя, конечно, я не люблю этим пользоваться, но тут уже просто из одного конца карты пилить в другой, это просто будет издевательство. Опять серия на 4 затянется. Поэтому сделаем так. Так что пока что прекратим. На этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.